На горячем песке можно не только загорать, но и играть в пляжный футбол. Но для начала нужно узнать несколько простых правил. Доброе утро! Здравствуйте! Расскажите, что нужно знать, прежде чем играть в пляжный футбол? Пляжный футбол, конечно же, основан на правилах большого футбола, но есть некоторые нюансы. Они заключаются в том, что, ну, в первую очередь, конечно, то, что пляжный футбол играется на песке, что делает более непредсказуемым полет мяча. И вот сколько, соответственно, для вратаря это гораздо сложнее, и для игроков тоже. Играть можно на любой площадке, где есть песок. Главное, чтобы было желание и специальный мяч. Смотри, Даш, мяч для пляжного футбола, он более красочный и более мягкий, чем для обычного футбола, так как игра происходит босыми ногами, и чтобы не наносить себе и соперникам травм, вот такие качества мяча есть. Для начала мне нужно научиться вести мяч и передавать пас на песке. Что касается ведения мяча, также удобнее его немножко подкидывать над площадкой, чтобы он не касался песка, чтобы можно было спрогнозировать, куда он в следующую секунду попадет. Чтобы мяч летел по нужной траектории, пинать его нужно до того, как он коснется песка, иначе можно упасть. Хотя падать здесь гораздо приятнее, чем на траве. А еще для игры в футбол обязательно, конечно, нужно взять с собой хорошее настроение и теплую погоду желательно. Как сегодня? Как сегодня. Мы пошли играть в футбол? Пошли. Итак, игроки на своих местах, раздается свисток, матч начался. По ходу игры я решила освоить роль нападающего. После первого забитого мной мяча все трудности были забыты. Осталось желание играть и побеждать. Пляжный футбол больше развлечения, чем игра. Любой желающий может прийти, если у него есть желание и специальный мяч для пляжного футбола, и побаловаться так же, как с детьми, так и со своей семьей, попинать, посмотреть, как это все весело происходит. Даша, забей! Забей, забей! За один тайм я забила 3 гола и принесла нашей команде победу. Для первой игры, на мой взгляд, это отличный результат. Визитной карточкой пляжного футбола является удар ножницами. Мне до такого удара далеко, поэтому я пойду тренироваться. А вам желаю активных выходных!